День без всяких причин я решил немного попрыгать на хоппере. Я могу прыгать! Почему бы не попрыгать через весь город? Первый человек, который не застрелился в пробке на Тверской. Я решил допрыгать до пропаганды, но там мой хоппер не прошел фейс-контроль. Да и вообще там вечеринка отстойная была. Я подумал, что это конец. И в ужасе поскакал в другую сторону. В этот раз я наткнулся на окончательный бесповоротный конец. Я много думал о свином гриппе. И о свином гриппе, но больше всего я думал о свином гриппе. Более 2 лет и 3 километров простой хипстер прыгает по Москве. Они не верили, что можно прыгать просто так. Мне нравится прыгать. Люди стали мне подражать, появились новые люди. Кто-то заметил, что я дарю им надежду. Некоторые просили им помочь. Потом я узнал, что он придумал оригинальную футболку, получил много денег. Мама говорила, надо оставить прошлое позади, чтобы прыгать вперед. Я прыгал 3 года, и где только не был. В Европейском, на Охотке и даже на Черкизовском. А потом хоппер лопнул.